Итак, друзья, всем доброе утро. У кого вечер, у кого день. Сейчас у меня 9:35. И я иду, друзья, пешком к дантисту. Здесь недалеко. Здесь очень хороший есть доктор зубной. Он, друзья, кореец. Ему где-то, наверное, за 60 лет. Он очень хорошо свою работу делает. Хожу я к нему давно с мужем. Так что на машине туда ехать где-то примерно где-то 2 минуты. Вот. А пешком идти где-то 8 минут. Так что не так далеко, очень хорошо. Так что такие вот, друзья, дела. Вчера я заказала appointment. А помните, я вам, друзья, рассказывала там в одном из видео, что, ну, короче, я там сделала страховку зубную и медицинскую. Вот зубная, она начала действовать вот с марта 1 числа. Медицинская, друзья, она аж уже с февраля работает. Так что вот я, друзья, иду. После этого я хочу забежать. Тут рядышком есть салон. Я уже заказала appointment тоже на бровки. И забегу, друзья. Тут рядышком есть магазин Target. Такой я вам обещала его показать. Так что я забегу, покажу, что там продается. Там и продукты, и, ну, короче, всякая всячина. И для дома, и одежда. Очень хороший магазинчик. Вот видите, друзья, вот там, где синяя вывеска. Это вот Денталовский офис. Здесь так шумно, я не знаю, если вы меня слышите. Вот и мы сюда уже пришли. Называется Sunrise Dental. Солнце встает или что-то такое. Такое прикольное название. Они, друзья, находятся на первом этаже. Я уже внутри снимать не буду, потому что многие запрещают. Это нехорошо. Кому интересно, здесь вот такой туалетик есть небольшой. Очень чистый, очень классный. Мне осталось, друзья, где-то 10 минут до аппойтмента. И я сейчас уже пойду. Итак, друзья, я нахожусь внутри, где ремонтируют зубочки. Вон там мои зубики находятся. Вот так вот выглядит оборудование в Америце.
Итак, друзья, я пришла на обычную проверку. Это каждые полгода делают. Она у меня бесплатно. Сделали мне снимки и будут сегодня чистить мои зубочки. Очень классно. Так, она стоит, друзья, 150 чистка. А со снимками, друзья, я даже и не знаю сколько. Все очень дорого. А мне очень крупно повезло. Красота. Ну что, друзья, все, я сделала чистку. Ушел целый час. У меня appointment был к 10 часам. И вот, друзья, я вам хочу показать, насколько здесь дорого стоит. Это они мне, друзья, еще показали без инсюринса, без покрытия инсюринса, сколько будет стоить пломбочки. Так, у меня, друзья, три пломбы. $151, $176, $176. И две, друзья, коронки. Вот такая вот цена. 2955. Так что я заказала, друзья, appointment на завтра. Завтра у нас четверг. Снова сюда приду и буду делать первую пломбочку за $151, друзья. Ну что, а мы, друзья, идем с вами дальше. У меня, друзья, другой appointment, я вам говорила, сейчас в салон на брови. Ну вот так, друзья, я иду, уже приближаюсь к салончику. Я вам его уже показывала не один раз. У меня appointment на 11 часов, а я уже опоздала на минут 15, задержалась. Ну ничего, я позвонила. И вот сейчас я уже приду. И сделают мне мои бровки. Вот здесь, друзья, салончик. Он называется Nails. Fancy Nails. Вот, друзья, тот самый магазин Target. Он очень-очень красный. Я уверена, что кто здесь живет в Америке, уже бывали в нем не один раз. Все, друзья, сделали мне бровки. Я очень довольна. Очень классные. Сейчас мы с вами зайдем. Стоят они $15 где-то. Так что, так, я еще дала типики, люблю давать всем. Слушайте, уже выставили вон купальники, класс. Все, уже лето, только-только весна началась. Смотрите, какой классненький. $25, вот. Только вверх. У Васи, друзья, все очень отлично. Он из Массачусетса в Алабаму повез груз. Уже там разгрузился. После Алабамы он, друзья, повез груз в Род-Айленд. У меня есть, друзья, для вас видео, я еще над ним работаю пока, так что пока что я забежала вот вам поснимать. Слушайте, так классно, смотрите, какая красивая. $18 стоит. У меня есть такой черный купальник. Я же не помню, где его брала, но он такой красивый, такой классный.
Что-то здесь не очень черное. Вообще я сюда люблю приходить за купальниками. Здесь можно очень хорошие найти items такие. Что мне вообще расцветки не нравятся в этом году. Вот что это такое, скажите мне. А вот это вот, что это? Ладненько. Это, видать, такая вот наверх на купальник очень классная штука. Платьюшки пошли. $20. Вот такое трикотажное. Очень простое. Я такое вот не люблю. Вот это вот. Типа бриджев. Вообще некрасиво. Не знаю, кто их носит такое. Кошмар один. Мне нравится такое вот качество. Очень классное. Рубашки. Красивые. Вот эти тоже крутые. Зеленые. Вот такие вот я тоже очень люблю, не знаю. Мне кажется, джинсы вообще не выходят из моды никогда. Рубашки джинсовые просто класс. $28. Вот еще свитерочек остался зимний. Стоил 30, сейчас он $9. Это классное платье. Красивое зеленое. Стоит $25. Я вот такую вот наподобие увидела. В одном магазине хочу купить, только она вот такого вот качества, мягенького. Может, возьму.
Сейчас вот такие вот в моде очень крутые сумочки. Магазин довольно-таки большой. Здесь есть все. Я здесь люблю очень сумки покупать. Здесь очень у них хорошие сумочки, вот такие вот особенно. Еще в Барлингтоне тоже есть очень классные. Вот эти вот в моде капельки очень классные. На Амазоне они продаются. Тоже недорого, очень хорошие. О, у меня такая вот сумочка есть. Очень удобная на лето. К разному. Подойдет наряду. Платьюшку. А сколько она здесь, интересно, стоит? $40. Так, ну что, пошлите в мужской отдел. Посмотрим. Сейчас, я хочу вот здесь вот еще посмотреть. Ага, ну это вот на больших женщин. 3X, очень большие размеры. Вот такое платье. Вот ткань какая. Типа коттон. $32 стоит. Это же уже шлепки здесь. Такие кеды. Ну, $25. Уже все на лето разложили, уже все так красивенько. Здесь шорты, друзья, я не покупаю для мужа. Здесь очень дорого, $30. Я люблю либо Барлингтон, либо Росс. Костюмы я беру в Мейсисе. Мы там последнее время покупали. Очень классные, качественные. Смотрите, какая классная рубашка. Вообще супер. $28. Это такие вот на каждый день. Или, допустим, с такими вот с брючками, да. Носить очень классно эти рубашки. Можно и шортами, только не вот эту, конечно. Это уже более такая нарядненькая. Вот $30 штаны. Здесь я обувь, друзья, не беру, потому что она мне здесь совсем не нравится. Очень такая простая, какая-то очень грубая, некрасивая. Хотя и дешевая, $35. Ну, допустим, вот если кроссовки купить, то можно. Допустим, вот такие вот кеды.
еще можно взять. Так. Посмотрим на ихние костюмчики. Ну, такое вот простяцкое для американцев, скажем. Такой вот мне нравится пинжак, он очень классный. С джинсами его носить крутой. С майкой любой можно. Так, пошлите в женскую обувь, посмотрим, что там. Такие мне очень нравятся, тоже очень удобные шлепочки. Классные. Такие вот тоже очень классные. А мне не нравится, что здесь квадратный такой нос. Такие вот простые шлепки на каждый день. Здесь бывают очень классные сапоги на осень, на зиму. Иногда летняя обувь тоже классная.